Приветствую, зритель! Замена дисплейного модуля Nokia 8.1 начинается с проверки состояния телефона. Проверяем чувствительность сенсора и качество изображения. Затем питание телефона выключается, и мы начинаем снимать заднюю крышку телефона, снимая ее с креплений по периметру. При снятии крышки нужно быть осторожным, чтобы не повредить шлейф сканера отпечатка пальца. Откручиваем винты защитной панели системной платы. Замена экрана у нас в экран-сервисе – качественное и ответственное задание. Наши сервисные центры расположены недалеко от Либецкой, Левобережной и Шулявской станции метро. Отсоединяем шлейф сканера отпечатка пальца от защитной панели. Убеждаемся, что все винты изъяты. Снятие защитной панели откроет доступ ко всем шлейфам телефона. Теперь пинцетом вынимаем защитную панель системной платы с корпуса Nokia 8.1, снимая ее с креплений. После чего отключаем шлейф сканера отпечатка пальца. Отключив шлейф аккумуляторной батареи и нижней платы, лопаточкой извлекаем батарею из корпуса. Отключаем шлейф дисплейного модуля и переворачиваем телефон. При помощи специального медиатора снимаем с клея дисплейный модуль вместе со стеклом. Вот такой новый дисплейный модуль Nokia 8.1 будет установлен на смартфон. Для установки новой запчасти наносим клей по периметру телефона. После чего попадаем в шлифовое отверстие и приклеиваем новый дисплей к телефону вместе со стеклом. Когда клей подсох, приклеиваем шлейф новой детали к корпусу. Устанавливаем на место батарею. Подсоединяем шлейф сканера отпечатка пальца и устанавливаем на место защитную панель системной платы, закрепляя ее винтами. После проведенного ремонта устанавливаем на место заднюю крышку и включаем питание телефона. Снова проверяем работу сенсора и качество изображения, после чего замена экрана Nokia 8.1 завершена. Спасибо за просмотр.